чемпион мира WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс рассказал, как поступит со своим гонораром за бой с Геннадием Головкиным, а также обратился к казахстанцу с месседжем. «Из того, что я слышал от своего менеджмента по поводу переговоров, меня все устраивает. Я хочу этого боя не ради денег, а ради испытания. Каждой пенни, заработанной мной в этом поединке, я отдам своему отцу. Сам я не хочу ни гроша. Я хочу выйти и доказать, что весь мир ошибается, показать, на что я способен. И для этого нет лучшего места, чем территория Головкина. Это еще больше разожжет во мне огонь. Вчера я посмотрел его бой с Джейкобсом. Я думаю, что смогу расстроить что-то в Головкине и добиться победы. Я знаю, что могу сделать, чтобы побить 3G, поэтому тогда и не встал посмотреть поединок. Если вы будете стоять перед ним, обмениваясь ударами, то у вас возникнут проблемы. Против такого, как Головкин, нужно быть умнее. Я уверен, что он еще не бывал в ринге с таким мастеровитым боксером, как я. У меня есть для него сообщение. Ты можешь продолжать говорить о том, что хочешь все пояса. Но теперь пришло время действовать. Либо замолчать. Ты либо дерешься со мной в июне, либо нет. Давай перестанем тратить время и приступим, заявил Сондерс.